З 1 липня в 11 містах Східної України пройдуть фестивалі «З країни в Україну», які стартують в Покровській Донецькій області і завершаться у Маріуполі. І, власне, для того, щоб поговорити про цей фестиваль, у нас у студії ми запросили Олександра Семененко, керівника локальної команди фестивалю «З країни в Україну» в Сєвєродонецьку. Здравствуйте. Олександр, доброго вечора. Власне, що це буде за фестиваль? Фестиваль «С країни в Україну», ну, ответить на этот вопрос я могу расшифровать само название. «С країни, з якої країни в Україну». Каждый из нас, кто 20 лет, кто 30 лет, кто 25 лет, живет в этой стране, которая называется Украина. И кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится, но однозначно каждый хотел бы жить в лучшей стране, которую называем Украину. И с краины, в той, которой мы живем, в Украину, в ту, которую мы мечтаем жить. Это такой базовый посыл, и который фестиваль объединяет людей, которые хотят на волонтерских началах сами что-то сделать, чтобы мы перешли с краины в Украину. А, власне, чи багато таких людей? Ось волонтерів. Я хочу сказати, що ми займаємося фестивалем рівно неділю. У нас за неділю сформувалася команда із 15 руководителів направлень. Я о направленнях розкажу немножко позже. І в суботу-воскресенье, які були в Харкові, съезжались представители всех команд городов, которые будут участвовать. Хочу, кстати, сказать, что представлены будут 11 городов Востока и Юго-Востока Украины. Причем такие крупные города, как Запорожье, Кривой Рог, Мариуполь, Бердянск и так далее. Вот, съехалось более 200 человек. И это люди, которые живут этой идеей, они приехали с готовыми проектами сделать огромный классный фестиваль в своем городе. Поэтому в нашем городе формирование команды уже почти закончено, ключевых позиций, а по Украине это очень много, это очень много. Там таких людей много. А, власне, що від цього фестивалю можуть очікувати містяни от Сєвєродонецька? Що буде на цьому фестивалі? Один із вопросів, которым ми займаємося в момент формування команди, це виробка концепції нашого фестивалю в нашому місті Сєвєродонецьку. Тому що є якась канва, але нам ніхто не запрещає учитывать інтереси жителів нашого міста. Тому ми говоримо про те, що така концепція нашого фестивалю – праздник міста руками горожан. С одной стороны, мы бы хотели пригласить горожан, у кого есть желание поучаствовать в организации праздника, проведении праздника. С другой стороны, у нас есть такие направления. Есть направления, которые к нам фестиваль привозит, а есть направления, которые нам дают сделать. Направления, которые нам фестиваль привозит, например, «Модернова Украина». Это инновационные технологии, о которых мы ничего не знаем, они сделаны в Украине, например, шоколадный 3D принтер. Или мобильный телефон, который с успехом производит Китай, но мы об этом не знаем. Там будет очень много таких направлений. Есть ремесла, которые мастер-классы по традиционным ремеслам, которые привозят фестиваль. Писанкарство, выпечка жайворонки, гончарство и так далее. А есть то, что мы делаем мы сейчас. У нас будет две локации в городе. Это площадь Победы. Там будет главная сцена, большинство мероприятий и экосквер около храма по улице Космонавтов 25. Значит, экосквер этот сейчас восстанавливается силами волонтеров и жителей ближайших домов. Значит, я просто хочу сказать, что будет на экосквере. Обустройство летнего кинотеатра. Частично мы просим, чтобы нам помог фундация, частично это силы и средства громады. Мастер-классы, изготовление скворечников, изготовление тротуарных дорожек, изготовление солнечных батарей, живая изгородь из лозы. Это то, что предлагает наша команда, и это то, что мы будем делать здесь. Еще хочу сказать, что одна из идей этого фестиваля, фестиваль не просто приехал, уехал, а здесь что-то осталось. Скворечники, изгородь. Есть замечательные ребята-скалолазы, у которых есть леса, но у которых нет щитов и зацепов.
Мы помогаем в рамках фестиваля найти эти щиты и зацепы, и они останутся здесь. И эти леса могут дальше использоваться для проведения других праздников. Власне, пане Олександре, ми казали про екосферу, власне, ось вчора ми вже про нього казали, про те, що там буде в майбутньому, так? Я хочу трошки повернутися до головної ідеї, ось міста Сєвєродонецька, тобто місто своїми руками. Чому була вибрана саме ця ідея, саме цей напрям? Дело в том, что разные люди города, ну, любой громады, они, ну, наверное, где-то уже определились. Кто-то определился проводить свободное время на диване, кто-то определился помогать воинам, кто-то участвует в каких-то... ну, общественной жизни города. Но таких людей мало на самом деле. А общественных организаций, которые, или даже сказать, общественных инициатив, которые что-то меняют в нашем городе снизу, а не сверху, их на самом деле немного. Я хочу сказать, что одно из новых направлений этого фестиваля – это майданчик НГО. Даже не общественных организаций, которые здесь зарегистрированы, но не работают, а общественных инициатив. То есть организация может быть не зарегистрирована, но они что-то реально делают. И мы делаем такой майданчик. У нас могут заявиться организации, презентовав себя прямо на площади. Будут стоять палатки, где люди или другие общественные организации могут знакомиться, заходить, задавать какие-то вопросы дополнительные и объединяться. Объединяться на решение каких-то задач города в будущем, кроме фестиваля. Видим, что планы и амбиции довольно большие. А откуда финансирование? Хватает ли его на данный момент? На сегодняшний момент финансирование складывается именно фестиваля, фестиваль такого городка, складывается из таких направлений. Ну, главным спонсором этого проекта является USAID. С одной стороны. С другой стороны, часть финансируется фундация социальных инициатив «С краины Украина». Такое же название. Это киевляне. И часть – это то, что мы делаем сами, своими руками, или сами находим спонсоров, или, ну, в общем, вот так. Три источника. С какими еще местными организациями вы сотрудничаете? Я хочу сказать, что мы сейчас неделю как начали работать, мы заканчиваем, закончилось формирование команды, у нас закончилось формирование концепции, мы сейчас активно выходим и как раз мы сейчас открыты для того, чтобы те люди, которым и организации, которые хотят сделать праздник города именно руками горожан, скажем так, да, они на нас выходят, мы открыты ко всем. Ось, пане Олександре, які ви вже зробили роботи, так, або плануєте робити з популяризацією цього фестивалю, з залучення людей, з як популяризацією бути активним таким діячем в своєму власному місті? Як ви зацікавлюєте людей в тому, щоб прийти щось зробити? Ви знаєте, є круг людей, які готові завжди. Есть, у нас, кстати говоря, по подготовке команды фестиваля проходил воркшоп в городе в мае месяце по проектному менеджменту. Часть людей мы выявили там. Часть людей – это те, кто уже давно волонтерит. А есть люди, которые, у них есть желание, но они никогда не работали. Это просто личный звонок. Мы звоним знакомым, говорим о направлениях, 15 направлениях, которые будут представлены. Кто-то откликается, кто-то говорит, что он очень занят. Хотя я хочу сказать, все люди, которые у нас сейчас работают, они где-то работают, у них тоже есть семьи, кто-то в декрете сидит и так далее. Но они здесь работают тоже, помогают. Яка людина, яка нас зараз подивиться і захоче, до вас приєднається, вона може, тобто немає ніяких ні вимог, нічого, просто активність та бажання людини. Да. Праздник города руками горожан. Они могут быть специалистами в каком-то направлении, там кузнец или там боец боевых искусств, к примеру, да? Или это могут люди, которые, может быть, они пока стесняются или не чувствуют неуверенность, но они с удовольствием будут волонтерами где-то что-то проконтролировать, где-то посмотреть, ну, за порядком проследить и так далее. Хотелось бы поинтересоваться, я так понимаю, этот фестиваль будет проходить через месяц, так?
Значит, у нас в Луганской области фестиваль проходит в трех городах. 8 июля, пятница, это будет город Лисичанск. 9 июля, город Северодонецк, это суббота. И 10 июля, это город Старобельск. Да, у нас 9 июля. А связано с чем-то, именно вот почему именно в июле? То есть... Власне, чему сама эта дата? Я думаю, что принципиально это ни с какой датой не связано. Это связано с условиями предоставления донорам денег и то, когда может эта фундация это сделать. Скорее всего, это так. Проводились ли подобные фестивали ранее? Да, я хочу сказать, что фестивали были. Были фестивали по городам Донецкой и Луганской области в 2014 году. Но это только начало было, о них мало кто знал. В 2015 году это были Харьковская, Днепропетровская, Запорожская область. И вот 2016 год, те города, которые я говорил. Ми, власне, будемо очікувати на цей фестиваль, який, я нагадаю, нашим телеглядачам буде проходити з 1 липня в 11 містах Східної України. Так, дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Я нагадаю, що в нас був Олександр Семененко, керівник локальної команди фестивалів «З країни в Україну» в Сєвєродонецьку.